Можно сказать, что сегодня Александр Миров продолжает семейную традицию. Когда-то давно и его родители высаживали в Рязани деревья. Теперь же он и сам закладывает первый небольшой кирпич в легкие города. Вот сегодня у меня свободное время, погода замечательная, поэтому я прям со всей душой откликнулся и решил поучаствовать, высадить деревья. Замечательно, будет липовая аллея. Дети будут, внуки, может быть, если Господь даст, чтобы они были, будут здесь гулять, будут вспоминать. Посадку липовой аллеи приурочили к Дню Отца, который появился в России совсем недавно, указом президента. Желающие нашлись моментально. Региональный совет отцов кинул клич. И на посадку 15 лип символично пришли 15 человек. Около станции Рязань 2 спилили старые липы, да, территория оголилась, да, и есть возможность этими липами восполнить это пространство, расширить легкие нашего города и дополнительно снизить шум, наверное, в сторону жилого массива. Ухаживать за липами будут внимательно, говорит Роман Захаров. Например, 4, 6 и 8 деревья он будет контролировать лично. Да и появится возможность лишний раз вырваться с семьей на прогулку. Плюс липа – дерево неприхотливое, как при посадке, так и по уходу за ним. А само дерево богато полезными свойствами. От таких элементарных, как очистка воздуха, да просто эстетических, выглядит эта аллея красиво. Это не единственная акция, приуроченная к будущему празднику – Дню Отца. Объединение многодетных семей запустило сразу несколько акций – конкурс детского рисунка и семейной фотографии. И во всех этих мероприятиях Совет Отцов будет принимать непосредственное участие. Валерий Седов, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».